Сегодня большой праздник для детей микрорайона Нур-Актюбе. Свои двери распахнули пришкольный лингвистический лагерь «Айналайн», спортивный центр «Женис» и языковой лагерь «Хэппи Саммер». Как говорится, дети – цветы жизни. Сегодня в нашей школе состоялось открытие лагеря. Все воспитатели, все наши учителя подготовились к этому мероприятию, оделись в различные костюмы для поднятия настроения наших детей. В программу лагеря входит четырехразовое питание, дневное пребывание в лагере. Также мы организовываем различные праздники внутри школы, также организуются выезды в бассейн, в театре, в кинотеатре. Лагерь будет работать 3 сезона, каждый по 12 дней. В первом сезоне в лагере «Айналайн» будут заниматься 100 детей, в языковом лагере 10 и в спортивном центре 20. Маленький Айбек Бекен, не раздумывая, выбрал спортивный лагерь, патриотические игры, командные соревнования, конкурсы и посещение оздоровительных центров. Я закончил 3-й Д-класс, я люблю в футбол играть. Из-за этого я пошел в спортивный лагерь «Женис». Мы там спортом занимаемся, игры играем спортивные. Для отдыха и обучения детей созданы максимально комфортные условия. Четырехразовое питание, познавательные ролевые игры, обширная культурная программа и многое другое. Анастасия Евсеева, Орынбасар Даукулов, телеканал «Актюбе».